Киевским режимом нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймерс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО 2 реактивных снаряда «Хаймерс» были сбиты. В результате поражения 4 ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.